Добрый день, мои хорошие. Так, сейчас повешу пакет. Что-то я мусор вынесла. И вот этот пакет у меня от Ленты. Сходила в Ленту. Да, сейчас как бы стали выходить меньше видео, но я всегда ловлю себя на той мысли, что мне все равно хочется включить камеру, выйти к вам, сказать добрый день, и хочется для вас что-то снимать, что-то вам рассказывать. Хочу попросить у вас прощения за то, что сейчас видео на кулинарном канале вообще что-то я, у меня нету, как сказать, фантазии что-то снимать. Тут тоже, может быть, это лето, жара так действует, может быть, какая-то накопившаяся усталость. Я вот что-то заметила, что осенью, зимой я какая-то более такая резвее, чем летом. Вот как Мишка, да, Мишка засыпает зимой, а я засыпаю летом. Хотя вот много овощей. Как говорится, снимай любые рецепты, но почему-то у меня нету ни фантазии, ни настроения. Вот желание есть, а фантазии и настроения как бы нету. Все равно хочется вам рассказать. Сегодня уже вечером бежала. Сейчас буду готовить. Купила шницель, докупила шницель. У меня там один есть. Забежала в Ленту, потратила 1300 рублей. В общем, сейчас у меня как таковых покупок нету. Поэтому снимаю вам в основном раз в неделю. Кто меня смотрит, тот уже заметил. Покупки с рынка. Стараюсь раз в неделю сходить на рынок, что-то закупить. Огурцы, помидоры. Все же мне кажется вкусней с рынка. Поэтому, да и подешевле. Ой, да, но все, конечно, дорого. Бежала сегодня, забежала в Ленту. 1300 потратила, что купила, не знаю. Но купила к ужину, купила вот этот шницель. Сейчас вот брошу на сковородку. У меня, в общем, докупила. У меня там один шницель есть, я покупала на днях. Хороший шницель. В Ленте он по акции. Так, 150 рублей. А что нет? Сейчас я его брошу, поджарю. Это завтра будет на обед. Купила грибы. Захотелось мне сейчас сделать грибы в аэрогриле на ужин. 150 рублей килограмм, я уж буду вам округлять, на 118 рублей. Взяла 6 штук, сейчас я их почищу, замариную в обалденном маринаде и запеку в аэрогриле на ужин. Понравилось мне по 39 рублей вот такие вот чипсы терияки с обжаренной морской водорослью. Что я делаю? Я режу салат, ну вот этот свой обычный салат, который я ем очень часто, и надоело вам с этим салатом. В общем, что мне понравилось? Я режу листья салата, режу помидорчик, огурчик и нарезаю вот эти листья нори. Получается очень вкусно. Такой необычный пикантный вкус. Ну и они стоят 39 рублей. Вот мимо Ленты бегу. И вот эти дни прям беру эти чипсы нори для салата. В этот раз решила попробовать вот эти печенья. Что-то захотелось прям чего-то к чаю. 169 рублей. Только я не знаю, тут орех, не орех. Что это такое? Какой-то крем. Но я так вот потрогала. Они очень мягкие. Они в какой-то, видите, в какой-то глазури. В такой вот. В какой-то такой глазури. Там какой-то джем. Но они мягкие, они не сухие. И какой-то то ли орешек, то ли вот что-то тут вот, видите, наверху. В общем, взяла к чаю, но это тоже на несколько дней. Здесь не очень много, 450 грамм. Называется, вот, смотрите, называется печенье бисквитное, не песочное, бисквитное. С начинкой, со вкусом вишни в белой глазури. А что же вот это вот сверху на нем? Ну, вроде я не знаю, есть тут орехи, нет. Ну, вроде это не орех. Может, просто какое тестечко такое. Ну, ладно. 160. Сейчас я вам скажу. 169 рублей. Это печенье Делисе вкус вишни. Я сейчас стараюсь жарить в основном на отопленном масле. Вот. У меня такая баночка. Хватает надолго. Видите, у меня нету обычного. Вот так вот, уже не покупаю. Практически полностью перешла на топленое, а салат заправляю. Я купила большую бутылку, в этот раз тоже в Ленте на днях. У меня
меня закончилось вот этого ароматного масла. Если я буду делать вот эти вкусные вареные маринованные огурчики, я обязательно вам покажу рецепт. Надо только на рынке купить огурчики. Все, что мы купили в эти выходные, все съели, представляете? Не успела я замариновать. Так, шницеля. Вот так выглядят шницеля. Довольно вкусные. Сейчас я их поджарю. Это я сразу готовлю на обед. И на обед будут спагетти. А на ужин запеку грибы с салатом. Почему нет? Я думаю, тоже очень вкусно. А шницеля пускай жарятся. Это шницель куриный. Сейчас я вам скажу. Да, это шницель куриный. Достаточно буквально 15 минут его обжарить. По 7,5 минут с каждой стороны. Вот. 3 грамма жира, 18 грамм белков и 1 грамм углеводов. Я считаю, это очень хорошее, выгодное предложение. Вот так вот на ужин с салатиком. Я его сейчас на маленький огонек. Так, да. И пускай он у меня обжаривается. И потом я еще немножко воды капаю. Буквально несколько миллилитров. Вот он такой красивый. Я уже брала, готовила. Я же вам сказала, у меня осталось. И вот я докупила, чтобы приготовить. Очень вкусный. Мне прям понравился. Вкус, никакого постороннего вкуса нет. Вкус достаточно натуральный. Почему бы и нет? Быстренько, так раз-раз. Еще я брала наггетсы этой же фирмы. Были по акции 124 рубля в ленте. Тоже очень быстренько, хорошо наггетсы изжарила. И салат сделала. Вкусно, просто, недорого. Грибы. Что сделаю с грибами? Буду запекать их в аэрогриле. Шницель сейчас еще прикрываю крышкой. Пускай он у меня тут томится. Вот у меня таких тут 6 красивых грибочков. Я все помыла. Они внутри беленькие такие, красивенькие. Что сейчас хочу сделать? Я их сейчас присолю. Вот так чуть-чуть, прям совсем немного присолю. Можно и черного молотого перчика добавить. Получается вкусно. Не надо никакого там, как говорится, чего-то. Прям просто вкусно. Грибы, белок. Черного молотого перчика. Натираю сюда чеснок. Так. В фикс-прайсе появились вот такие маленькие терочки с разными лезвиями, с крупными и с мелкими. Хочу как-нибудь зайти, прикупить эти терочки. Натираю чеснок. И сейчас буквально вот 2 зубчика. Один у меня был маленький и один такой крупный. Девчонки, какая же жара. Я просто вообще в шоке. Вот сейчас я стою на улице, вечер. Плюс 31. Я включила кондиционер. Сплю тоже полночи под кондиционером. Сплю, как это, на вокзале. Не укрыться, ничего. Очень жарко. Полночи под кондиционером, потом, правда, выключаю. Уже под утро выключаю. Весь день тоже в кондиционере. Иной раз выбегаю на улицу. И такая жарень, когда она кончится, не знаю. Уже, наверное, недели 3 стоит эта жара, больше 30. И вот так вот я распределяю чеснок. Вот так. Чеснок распределила. Так. И буквально по капле сейчас сюда майонеза. Вот так это все выглядит. Так, в ленте я еще купила майонез. Майонез специально купила, чтобы вот грибочки сделать. Купила маленькую пачку, 54 рубля. Я, в принципе, майонез так особо не уходит. Он стоит либо для кулинарных рецептов. Я вот так прям немножко на каждый грибочек сделаю. И вот каждый грибочек помассирую с майонезом и чесноком. Что я еще купила?
Купила сосиски молочные с молоком. С натуральным молоком написано. Дальше яйца, это в ленте. И купила молоко. Просто топленое такое. Это я добавляю в кофе. Кофе пью без сахара. Вот. И добавляю молоко. Так, пускай жарится. Мне надо еще засечь время, чтобы точно не пропустить. В принципе, написано вот по 7,5 минут с каждой стороны. И пожалуйста. И что делаю? И каждый грибочек вот так вот беру. И вот так массирую с чесноком и майонезом. Вот. Это очень вкусно. Я потом вот так вот прям раз-раз-раз. Опа. Не хочу вторую руку пачкать, поэтому вот одной рукой в перчаточке вот так нужно промассировать вот так вот весь грибочек. Как бы сделать ему массажик такой. Можно было это все в пакете, правда, сделать. Так. И вот так массирую. Сейчас буквально они у меня... Ой, можно было их еще вилкой поднатыкать. Ну, сделать такие дырочки. И вот 5 минут, и буду их уже в аэрогриль сувать. Так вкусно получилось. Не бойтесь, что много чеснока, потому что при термообработке, конечно, чеснок немножко утратит свою такую чесночность. Вот. Что я хочу еще сделать? Сейчас я это все унесу холодильник, потому что жарко, хоть у меня работает кондиционер. Сейчас я вам точно скажу, сколько на улице. 31 градус. Вообще не хочет сбавляться температура. Я, конечно, очень плохо переживаю жару. Уже, конечно, привыкла за столько-то недель. Вот. Но хочется, конечно, чтобы немножко погода не была такой жаркой. Знаю, что где-то еще жарче. Ничего страшного. Мы все люди, ко всему привыкаем. Но... Скажу честно, прохладную погоду люблю больше, осень, там зиму, весну. Люблю, конечно, больше, чем вот такую ужасную жару. Особенно работающим людям. В жару хорошо отдыхать, знаете, где-нибудь на дачке там или на море. Вот. А работающему человеку, конечно, в такой жаре тяжеловато. Но все равно, вот я мучилась, все равно хочется приходить, что-то для вас снимать, что-то такое снять. Пока не получается, конечно, в полной силе каждый день это делать, но как есть, так есть. Вот. Что-то хочется вам рассказать, рассказываю, что-то показываю. Хобби, конечно же, буду снимать. Раскрашивать я раскрашиваю по вечерам. И хочется уделять время, если честно, вот себе. Обязательно будут спиральки раскрашенные. Меня девочки уже спрашивали. Так, понесла я, а то жарко. Все, застелила аэрогриль пергаментом. Сейчас сюда быстренько так выкладываю грибочки. Они, конечно, еще намного уменьшатся в размерах, но я не стала специально брать там больше грибочков, потому что все же грибы – это такой тяжеловатый продукт. Поэтому я считаю, понемножку так полакомиться – самое-самое оно. Ну и вот остатки тут майонезика тоже куда-нибудь здесь. Конечно, вкуснятина. Ну и все. Сейчас вам покажу. Вот так вот получается. И отправляю это все в аэрогриль на режим овощи. Буквально там 15 минут все будет готово. Овощи на салат помыла. Это еще овощи у меня с рынка. Но уже кончаются. Все, осталось совсем чуть-чуть. Вот, два огурчика. И еще взяла салат. Мне почему-то кажется, что в ленте самый недорогой салат. Но я особо так и по магазинам-то не хожу. Но по 69 рублей самое то, что нужно. Хотя там есть разные салаты. По 69, и по 79, и по 99. И масляный мой салат есть. В общем, так, шницель получается, смотрите, какой большой. Крупный, можно даже один вот так на обед, на две части.
И к этому шницелю я сварю еще спагетти. Как бы на 2 дня у меня будет. Еще сделаю спагетти. Грибы включаю. Как я вам уже сказала, включаю на программу овощи. Овощи. Вот. И пускай они у меня. Единственное время. Убавлю и все. И пускай грибы томятся. А я пока помою салат и буду уже резать. Ой, как сразу запахло чесноком. Вот прошло буквально 2 минуты, как стоят грибы, и такой же аромат чеснока. Попробуйте. Смотрите, что я делаю в шницель. Шницель обжарила с двух сторон. И сейчас немножко, буквально, ну, 20 мл воды наливаю, закрываю крышкой и его там пропариваю. Получается очень вкусно. Он как бы насыщается вот этой влагой, не делается подошвой. Попробуйте. Ну, я думаю, уже так все умеют. Так, домываю салат. Время 7 часа. Такое солнце. Посмотрите, как светло. Солнце прям светит. Ой, и никакой прохлады, никакой. Устаешь, конечно, от этой жары. И морально устаешь. И делать ничего не хочется. И готовить ничего, если честно, не хочется такого. Но все равно вот... Все равно хочется к вам выйти, что-то сказать, что-то поснимать. Но так как вот ничего не готовлю, никаких покупок нет, то поэтому и видео так редко. Ой, дайте огурчик. Ой, есть уже хочу. 7 час. Еще что-то ничего не ела. Ну ладно. Хотя на обед у меня сегодня, знаете, что было? 1 ложка гречки. Прям такая небольшая ложка. И вот этот тушеный кабачок. Тушеный кабачок с курицей. Перчика я туда добавляла. Получился, конечно, обалденный. Очень вкусный. Так, все, я нарезаю помидоры. Несмотря на кондиционер, я уже вся мокрая. Стараюсь все это аккуратно порезать, но ничего не сделаешь. Хочется покушать салатика. Все, дорезаю. Девчонки, представляете, у меня закончилась соль. И я, конечно, сейчас все посыпаю вот этой крупной солью, не хотелось бы. Для салата буду использовать вот эту соль чесночную сейчас. Так, сейчас я... Руки вытру, вот, посолю вот этой чесночной солью с приправами. Нигде не могу найти свою соль. Надо будет, наверное, заказать через интернет. Посмотрю, но это уже на следующей неделе. Такая жара, и соль вся комкуется. Где вы храните соль в такую жару? Вся прям комкуется. Так, это аэрогриль уже готов. Солью присыпала, и в этот раз взяла такое огромное масло ароматное. 119 рублей всего. Вот. Буду им заправлять салаты и буду с ним же делать вот эти огурчики. Очень вкусные такие огурчики маринованные. Немножко масла. Я думаю, с ароматным маслом даже получится вкуснее огурчики. Шницель я уже отключила. Все. Сварю теперь спагетти. Это уже попозже, когда поужинаю. И на обед будет на 2 дня. Повторюсь, это на 2 дня. И спагетти будет на 2 дня. А на помидоры я сейчас еще сделаю сыр пармезан. Хочу вам показать, не знаю, будет ли видно. Смотрите, сейчас 32 градуса. Ощущается, как 32, время 7 час. И вчера, вон, 33 было. Представляете? Вот так. Вот, в такую погоду я готовлю. Жарко, ужасно. Время 6:30. Вот и все. Вот. Ночью обещают почти вот до 12 ночи, даже до 2 ночи, до 25. Это, конечно, для города, для работающих людей. Кто бы что ни говорил, кто бы как ни любил жару, так скажем. Вот многие говорят, ой, мы любим жару. Я думаю, работающим людям... Жара не нужна. Поверьте мне, даже тот, кто работает в офисе,
сидеть, вот у нас уже жара такая третью неделю, третья неделя заканчивается, а то, может, и больше, я уже запуталась в счете. И поверьте, что даже кто сидит в офисе, вот скажите мне, кто в офисе, в кондиционере, это тоже очень, ну, тяжело. Ну и вот такие грибочки. Очень вкусно, просто, быстро. Видите, по три штучки. Смотрите, как запеклись в аэрогриле. Ну, камера еще не передает всю вот эту красоту. Вот, вилок. Думаю, будет вкусно. Все, всем огромное-огромное спасибо. Жарко, прям не могу. Пришлось выключить кондиционер, потому что у меня и печка, и кондиционер. Конечно, все прям в напряге работает. Я даже и свет выключу уже. Все, всем огромное-огромное спасибо. Хочется с вами встречаться так почаще. Что-то вам показывать, что-то вам рассказывать. Но не обижайтесь на меня. Буду делать это по возможности. Всем пока-пока.